Привет, это канал IT User Help. В этом коротком видео я покажу, как в операционной среде Windows 10 можно сделать дисплей черно-белым. Для этого перейдем в параметры Windows. Для этого нажимаем пуск левой кнопкой мыши, параметры левой кнопкой мыши. И дальше нам нужно перейти во вкладку специальные возможности. Если у вас версия Windows 10, но с обновлением не самым последним, то возможно плитки будут по-другому. Чтобы найти пункт, который нам необходим, можно ввести в поиск оттенки серого. И нам выдал один из результатов, тот, который как раз нам нужен. Настройка цветных фильтров. Заходим в него. То есть, либо через поиск, как я сейчас показал, либо в специальных возможностях. Заходим в специальные возможности. Цветные фильтры, левая кнопка мыши. И дальше нужно перевести этот ползунок вправо. Включить. Все. У нас стал дисплей черно-белым. Для чего это нужно, решать вам. Возможно, кому-то будет так комфортнее глазам. Либо в темное время суток можно такое использовать. Либо, может быть, документы будут лучше видно, текстовые файлы. В общем, решать вам. Вернуть можно также через этот пункт. Возвращаем назад. И у нас все стало в цвете. На этом спасибо. Пока.